в этом волшебном концерте здесь получилось ощутить ту возможность, когда сказка перекликается с этой реальностью, что это выражение того, что есть в нашей жизни, то, с чем мы сталкиваемся все время, это та возможность увидеть ту красоту, ту искренность, ту чистоту, которая вот этот сказочный мир несет к нам сюда, в эту, в нашу жизнь, в это настоящее, что это не только в сказке бывает, то это в нашей жизни. Это есть, и этим возможно наслаждаться, возможно любоваться, возможность ответственности за то, что происходит вокруг нас и в наших самих. Так что большая благодарность этому сказочному вообще волшебству. А вот если посмотреть по всему концерту, да, самое яркое впечатление от чего у тебя сегодня? Самое яркое. Что больше всего порадовало, насветило, наполнило? Это то созвучие, когда получилось вдруг услышать, что каждое слово несет мысль, каждое слово несет смысл. И это не просто слова, как рифмы придуманные, а это наполнено, наполнено идеей, наполнено смыслом, наполнено вот этой нашей жизнью, ту ответственность, которую мы можем и должны бы, наверное, и нужно нести вместе со всеми и со всем.